Всем огромный привет! Меня зовут Лада, и сегодня у нас с вами будет распаковка моего заказа с сайта Shein или Shein. Все говорят по-разному. Кстати, очень часто в комментариях под моими видео мне пишут о том, что я произношу имена, названия брендов неправильно. Девочки, все дело в том, что я произношу их по-английски, потому что я живу в Америке, и на моем слуху как-то привычнее их произносить по-английски. Вы живете, возможно, в России, и вам это кажется неправильным, но поверьте мне, я произношу правильно. Например, H&M, вы это произносите так, в Америке же это произносят H&M. Не произносится and, произносится n. Такой у нас краткий экскурс в урок английского языка на американский лад, поэтому я это произношу H&M, так как это произносят здесь в Америке. Вам же кажется, что я безграмотная, не разбираюсь в брендах и произношу это неправильно. То же самое история происходит с IKEA. У вас это произносится IKEA, в Америке это произносится IKEA, так как грамматически первая буква в слове произносится I, и меня тоже постоянно исправляют, что я говорю неправильно. Это происходит потому, что я просто говорю эти названия на английском. Наверное, надо мне прекратить это делать и говорить их исключительно по-русски. В общем, девчонки, давайте перейдем к моему заказу с Shein. Я заказала себе небольшие обновочки к осени. Давайте скорее вместе будем открывать. Еще ничего не открывала. Надеюсь, что они прислали все вместе. Все вместе положили в одну коробку. Хочу сказать сразу, что сейчас я продемонстрирую вам на себе с примеркой, конечно же, эти вещи. Но следующее мое видео будет видео о том, как я буду вписывать эти самые вещи в свои осенние какие-то луки, образы, аутфиты. Поэтому не пропустите следующее видео, будет интересно. Так, ну что, окунаемся в этот замечательный мир обновочек. Давайте я коробку поставлю вот здесь. Надеюсь, вам будет видно. И первое, что я достаю, это у нас сумочка. Я заказала себе сумку черного цвета. Какая она классная. В общем, вот такая вот мягкая сумочка. Это, конечно же, не настоящая кожа, кожзам. Настоящую кожу я не ношу. Если бы я еще знала, как это открывается. Какая-то здесь прищепка. О, вот так просто. Нет, не просто. А, это надо поворачивать. Так, здесь у нас одно отделение. Такая хорошая стильная сумочка, которую можно вписать под разнообразные осенние аутфиты на цепочке. В общем, вот такая вот малышка. Пополнение в мою коллекцию сумок. Дальше, что здесь такое? Дальше я заказала себе две кепочки, так как сейчас очень модно, девчонки, если у вас есть бейсболки, доставайте их со своих антресолей и носите их с удовольствием, потому что это сейчас огромный тренд. Кепки можно невероятно стильно вписать в ваши образы, даже с пальто, с куртками, с пиджаками, с оверсайз-блейзерами, с какими-то кожаными штанами. Обожаю. Я взяла себе вот такую белую кепочку. Ой, что-то она какой-то выглядит огромной. А, может быть, из-за того, что здесь эта вставка с
с надписью «Лос-Анджелес». Бежевую. Я еще планирую купить себе серую. Черная у меня есть, кстати. Так как вам удобно по вашей голове. В общем, кепочки топчик этим сезоном, девчонки. Ауч. Пристегнула себя. Дальше у нас здесь... Это у нас футболка. Я заказала себе оверсайз футболку, потому что тоже это очень-очень стильно сейчас. Такие большие футболки, прям будто бы на 2-3 размера больше, чем вам нужно. Они красиво сочетаются также с какими-то пиджаками, с кроссовками, с теми же самыми кепочками. В общем, но я сомневалась по поводу размера, так как размерная сетка с китайских сайтов, она все-таки не соответствует нашей. Я, конечно, там читала отзывы, комментарии других девочек. И поэтому, не надеясь на то, что придет подходящий размер, я себе купила точно такую же футболку в H&M. Она даже, по-моему, длиннее в H&M. Это, кстати, размер S. Представляете, насколько они оверсайз. Качество хорошее. Это 97% полиэстер. В общем, посмотрим, примерим. Дальше я заказала себе юбку. Девчонки, кстати, тоже будут примеры в следующем видео, как можно красиво сочетать юбки этим сезоном, коротенькие, мини, потому что как бы мини-юбки осенью я обычно не ношу, но этим сезоном мои вкусы совершенно поменялись мои какие-то предпочтения. Очень-очень красиво можно сочетать юбочки с какими-то с длинными жакетами, с сапогами до колен. В общем, это очень красиво смотрится. Не пропустите, в следующем видео я вам покажу. И вот для этих целей я заказала вот такую вот юбку. Состав у нее полиэстер, нейлон и вискоза. Она мягенькая такая. Кстати, она очень растягивается. Я боялась не угадать размером, что она мне будет маленькая, но она классно тянется. Просто представьте вот эту юбочку с каким-нибудь свитерком, сверху куртка или пиджак, высокие сапожки до колен светлого цвета и даже вот с этой кепочкой или с какой-нибудь шапочкой бини, ой, или даже с длинным пальто светлого цвета. В общем, супер будет смотреться вот такая вот юбочка, это размер S. Дальше у меня две пары обуви. Обычно я на осень не покупаю себе обувь, потому что у осени и зимы у нас как таковой не бывает. Бывает, конечно, холодно, когда мы носим сапоги, когда мы носим ботинки, но недолго это длится. Поэтому обычно у меня вот одни и те же сапоги, которые я надеваю в сезон пару раз. Но в этом году меня снесло крышу, и я решила, что не хочу ходить опять в одних и тех же сапогах. Заказала себе две пары новых сапог, заказала себе ботиночки, которые я вам сейчас покажу. И буду сочетать классные луки, потому что я гуляю с ребенком каждый день. В общем, буду модничать хотя бы на прогулках с ребенком. Так, значит, здесь у нас... Вот такие вот я себе заказала классные ботиночки белого цвета. Я заказала размер 36. Вот, представьте, вот с этой юбочкой, с пальто с каким-нибудь, с шапочкой, со свитером. В общем, будет просто супер лук. Они такие легкие. Вы просто не представляете, вот они вообще невесомые.
Я, честно говоря, думала, что они будут немножко повыше, но так тоже хорошо. У меня есть такие же черные, и мне нравится, что, кстати, у них подошва не настолько массивная. Прям ботиночки для Золушки или для дюймовочки. В общем, хорошенькие, очень мне нравятся. Я очень довольна. Будем носить и проверять качество. И еще одна пара обуви у нас. Это вот такие вот кроссы. Какие они легкие, боже мой. Я, честно говоря, думала, что они будут массивными и тяжелыми на ноге, но они невесомые. Качество в обуви вообще огонь. Я даже не ожидала. Это впервые, когда я заказываю обувь с Shein. Какие они классные. Боже, я влюбилась. На каждый день. Но они весят, наверное, ну не знаю, граммов 300, честное слово. Это тоже размер 36. Они просто выглядят как игрушечные. Вот как будто бы кроссовки для куколки. Ну честно, посмотрите, что эти, что эти. Не знаю, как они будут в носке. Надеюсь, они не будут натирать. Надеюсь, они не развалятся через 2 дня. Но на первый взгляд, конечно, бомба. Я очень-очень довольна. Очень я ждала этот заказ, потому что сейчас самая погода у нас носить именно кроссовки. Просто 5 баллов. Это был весь мой заказ. Конечно, это был мой пробный заказ. Я думаю, что я не раз еще буду заказывать с Шейна. Я себе заказывала уже летом платьица различные и осталась довольна. Теперь мне хотелось испытать качество таких вещей потеплее, помассивнее, например, таких как обувь. И, конечно, я осталась просто в восторге, особенно от обуви. Я, честно говоря, не ожидала такого классного качества. Все ссылки на эти товары я оставлю в описании к этому видео. Если вам что-то понравилось, вы можете взглянуть. Ну, а вам большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы не хотите пропустить видео, где я буду показывать образы стильные, классные, осенние, в которые обязательно включу какие-то из этих вещей. Может быть, все. Пока что я еще не знаю. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!